День рождения Барнаула – особый праздник для всех его жителей, и каждый старается отметить его как-то по-особенному. Телекомпания «Наши новости» и информационный канал «Город» записали и подарили краевой столице песню. Мы возвращаемся в Барнаул, навстречу нам родные ветры, а за плечами перелетов гул и бесконечные километры. Пускай нас встретит ночной трамвай. Ну и на этом мы не остановились. 3 сентября на площади Сахарова «Наши новости» организовали свою площадку, на которой любой желающий мог почувствовать себя телеведущим. Мы заранее заготовили новости, а барнаульцы их озвучивали, как будто в эфире. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Жители Шипуновского района не стоит ждать компенсации за размытые огороды и подтопленные дома. В барнаульских школах не хватает учителей. Срочно требуются учителя начальных классов, английского языка, а также труда и технологии. Звонить к школе звонарей будут с утра и до поздней ночи. Валентина Сусоева, «Наши новости». Полные версии выступлений находятся на сайте нашиновости.тв. И не забудьте оценить понравившегося вам участника. Ведь мы запускаем конкурс «Народный ведущий». Тот, кто наберет больше голосов, получит возможность поучаствовать в записи эфира новостей. А пока будущие звезды готовились, посетителей нашей площадки развлекали полицейский кинолог и его собака. Гости, специально приглашенные сюда программой «Журнал происшествий», делились с горожанами некоторыми секретами своей работы. Сейчас собака будет обнюхивать каждую сумочку. Где находится пистолет, где будет пистолет лежать, там она должна обозначить посадкой. Гена, Ген. Нюхай, малыш, нюхай. Генаш, иди, нюхай. Обращает внимание, да, на шарики обращает внимание. Гена, собака не так работает, не в такой обстановке, конечно, намного тише. Гена, нюхай. Где, ищи. Хорошо. Где? Нюхай. Хорошо. Выборка. Хорошо, молодец. А это поощрение у нас идет уже. То есть собака обнаруживает оружие, либо взрывчатое вещество, запах какой-нибудь. Ко мне иди. И она поощряется потом мечом. Ко мне, Ген, апорт. У посетителей площадки «Наших новостей» была возможность во всеуслышание поздравить любимый город с днем рождения. И мало кто упустил такую возможность. Правда, в большинстве своем выполнение столь ответственной миссии взрослые поручали своим детям. День рождения, Барнаул! Поздравляю всех! Да, с праздником! Я желаю, чтобы Барнаул все любили! Любви! Хорошего настроения! И всего самого наилучшего! 3 сентября на праздничной площадке «Наших новостей» развлечения нашлись для всех. Пока женщины и девушки учились быть телеведущими, а дети поздравляли Барнаул, мужчины упражнялись в сборке-разборке учебного автомата Калашникова. Этот конкурс тоже был организован в подарок барнаульцам программой «Журнал происшествий». Солдат должен разбирать, учиться, собирать автомат. Так что, сына, это дело такое. Дома? А где же эти... Дома-то где же эти автоматы настоящие? Ну-то держите. Вот это автомат Калашникова. Ну, чтобы добиться хороших результатов, нужно 2 года. Тренироваться, да. А самый оптимальный или, может быть, самый лучший результат, за какое время можно собрать автомат? Марина, победительница всероссийских соревнований «Суворовские сборы» по сборке и разборке автомата Калашникова. Лучший результат у нее 15 секунд. А вы сам за сколько собираете? 23-24, когда тренируюсь. Сейчас уже не тренируюсь. Марин, скажи, пожалуйста, у тебя как девочки, зачем ну, это нужно? Ну, я собираюсь поступать в МЧС, учиться дальше. Поэтому, я думаю, мне понадобится. Это будет плюсом для моей будущей карьеры. Ну, как ты думаешь, может быть, все-таки девочке нужно учиться готовить какие-то вкусные блюда, а не держать в руках автомат?
Ну почему бы не развиваться, допустим, в этом деле и в том деле? Нужно везде успевать. Это был наш первый опыт прямого общения со зрителями в День города. И мы единодушно пришли к выводу, что получилось неплохо. Во всяком случае, от нас все уходили с улыбками и с подарками. Не исключено, что в следующем году площадка наших новостей вырастет, а веселых конкурсов станет больше. Галина Юмашева, Александр Морозов. Наши новости.